Раз, два, три, проверочка микрофона, все работает. Так, что, друзья, поехали по Новой Зеландии, опять повторяюсь, в очередной раз уже устал это делать, и думаю, вам надоело, кто смотрит разбор всех инструментов. Ну что ж, ничего не поделаешь, потому что надо объяснить людям, что происходит у нас на канале. Переходите в описание, там будет ссылка на первое видео данного дневника трейдера, там все подробно я объясняю, и тогда вы все поймете, что происходит. Первое видео всегда будет с таким большим названием, а остальные видео будут просто с номером дня, первый день, допустим, и просто там будет написано инструмент, какой используется, чтобы вы не путались, кто хочет смотреть себе просто первое видео, а все остальные его и не интересуют, там разбор остальных пар, остальных инструментов. Вот, поэтому буду делать так. Подумаю, может быть, еще скрою потом. Только буду выпускать одно видео, а все следующие видео будут доступны по ссылке. Я эти ссылки буду размещать в описании. И при первом видео буду говорить вот это. И там все ссылки в описании дальше, которые можете посмотреть. Ну, подумаю, как это лучше сделать. Не будет ли просто загаживаться канал разными видео, просто и 7 видео в день, может YouTube не меня неправильно понять, подумать, что я просто спамлю какими-то коротенькими видео. Подумаю, как это сделать правильно, еще почитаю, посмотрю, посижу. Ладно, поехали по Новой Зеландии. Новозеландец, видим уровень и проводим его. Вот он, наш уровень. Хороший уровень, много дней касалась об него цена, билась с небольшими люфтиками, но она где-то там все время была. Так, снизу что под этим уровнем, сколько тут вообще разбег, 600 пунктов. Ну, нормально он так гуляет, Новый Зеландец, по 600 пунктов. Так, снизу что у нас есть, есть у нас уровень снизу. Так, ну эта цена сейчас сегодня торгуется. О, есть уровень, да, сейчас покажу вам, да, это она. Есть уровень, вот он, раз, вот он, два. То есть какой-то исторический уровень он себе поймал. И вот он возле него топчется, ходит в диапазоне, видите, вниз, вверх, вниз. Ходит в этом диапазоне. А тут что у нас? Есть какая-нибудь красота, красотулечка. Ну вот что-то похоже на уровень. Вот это, вот он, красавчик. Вот он, да. Есть, поймал. Вот он хороший. 400, наверное, 60-400 круглый уровень. Сильно большой этот самый, ну как бы много пунктов в дневных барах и тяжело попасть, но как бы подтверждение легко искать, и мы его находим там несколькими касаниями, обязательно находим, и это хорошо, и это хорошо. Давайте еще несколько уровней сверху снизу найдем. Вот он, один уровень. Бам-бам, исторический. Где же я только что его видел? Вот. Вот. 59 850 или 800. Да. Чик, отбой от него. Тут тоже чуть-чуть маленький люфтик. Да, 859-800. Все, зафиксировали. Так. Вот еще уровень есть. Хороший. Раз, два касания. Так, в принципе, вниз хватит. Давайте еще вверх посмотрим,
Что у нас здесь есть? Вот есть у нас. Да, хороший, хороший уровень. Три раза подтвержденный, можно так сказать. Три раза рожденный. Вот. Раз, два. И тут третий с небольшим люфтиком чуть-чуть не дошло. Но все это формировано большими паранормальными барами. Видите, бух, бар такой. Огроменный. На 2000 пунктов. О, просто кошмар. Тут чуть поменьше. На 1000 пунктов. И этот, который не дошел, вернее, который отскочил вниз, тоже почти на 1000, на 800 пунктов. В принципе, этих уровней нам должно хватить для того, чтобы торговать сейчас, здесь и сейчас. Для того, чтобы торговать здесь и сейчас. АТР настроен. АТР отрабатывает. АТР отрабатывает. Тоже, как вы видите, цена ходила-ходила и нырнула до грани АТР, так как АТР нам показывал, что есть у нас топливо сюда двигаться, сейчас цена вот опять возвращается. То есть, да, это еще немножечко, она тут прошла 50 пунктов уже на инерции и потихоньку делает откат. В принципе, уровни у нас подтверждаются. Подтверждаются. На более мелком, на часовом таймфрейме. Здесь тоже хорошо все. Пробитие, возврат. Тыкались, мыкались, отбились. Нормально, есть уровни. Есть пробитие. Переходим на 15 минутку. В принципе, здесь и останемся, и будем торговаться. И будем работать здесь. Вот. В принципе, друзья, все на сегодня. Все, конечно, растянул я это все аж до 7:30 вечера. Но ничего не поделаешь с этим, потому что сегодня немножко ЧП тут по дому случилось. Перебился провод у скважинного насоса. Пришлось его идти доставать. На это потратил очень много времени. Поэтому все это растянулось с утра аж до вечера. Неодноразово я туда бегал, к этому насосу, и там все делал. Ну, ничего страшного. Завтра будет день, завтра будет пища, завтра будем торговать. В принципе, сегодня уже в рынок лезть не буду. Что-то там пробовать, отторговывать нету смысла. В принципе, все АТРы себя отработали по всем парам. Пока мы вот делали анализ рынка, проводили уровни, все себя отработало. Все АТРы себя отработали, поэтому лезть в рынок нету смысла. Нету смысла. Ждем завтрашнего дня и будем завтра торговать. Если будут, конечно, на то сигналы. Все, всем пока-пока. Александр Михайлович, от меня огромный привет. Если вы когда-нибудь увидите мои видео, то и напишите какой-то комментарий. Для меня это будет очень, очень хорошо. Очень приятно мне будет. Спасибо большое. Всем пока-пока.